Перед нами Джанкен Бич Конда, корпус А. Ну и за ним стоят, то есть корпус А1, за ним А2, А3. А вот это корпус у нас С1 и С2. Сейчас мы пройдем в корпус А1. Вот мы находимся у бассейна. Нормальный, приличный бассейн. Проходить не буду далеко. Вот прямо рядом корпус. У бассейна пить нельзя. Вход в здание. И на горизонте у нас саванна. Вот она. Хорошо видна. Корпуса С1, С2. 12 этаж. Коридор. 3 лифта. Сейчас пройдем в комнате. Номер 5. Вот квартира номер 5. Сегодня мы сделаем обзор этой квартиры. Вот заходим. Сразу стоит кухня. Кухня в этом кондо редкость. Кухня нормальная. И варочная панель есть. Чайник. Ну, все как надо. Ящички. Посмотрим, что есть в ящичках. Так, кружки, тарелки. Так, а здесь у нас вилки, ножи. Так, а здесь у нас так, кастрюли. Ну, в общем, есть все для нормальной жизни. Пройдем сейчас дальше. Так, микроволновка, холодильник, нормальный холодильник, столик, вот столик, телевизор, трюмо, вентилятор, два кресла. Так, что тут у нас? Шкаф. Шкаф хороший, двойной. Сейчас отойду, покажу. Так неудобно. Картины даже имеются у нас. Так, ну вот кровать. Кстати, кровать надо померить. Она, по-моему, не king size. Нет, она меньше. Какой-нибудь квин надо. А что ее мерить? Мерить нам ее не надо. Ну вот на горизонте Ольга. Сейчас зайдем посмотрим. Всем привет, говорит. Сейчас зайдем посмотрим ванну. Так. Ну, так, в зеркало видно. Ладно, сейчас я пройду сюда. Ну, в принципе, то же, что в той у нас. Подогрейка. Ну, все прочее. Здесь ванна. Ванна. Сейчас посмотрим вид. Сейчас посмотрим вид. 12 этаж. Смотри, что у тебя на картинке. Ты на картинке? Когда идешь? 12 этаж. Вот вид на Калам. Сегодня солнца нет, жалко. Ну ладно, ничего страшного. Дорога второй Джанкен. До пляжа, как я и говорил, минут 5 хода всего ничего. Ну, вот. Вот опять видна саванна. Правда, боком. Но все равно видна.
Вот заодно проверили, кондиционер работает. Ну, телевизор тоже работает, мы его вчера проверяли. Почему мы делаем обзор этой квартиры? Мы купили эту квартиру, она 30 квадрат, ну, или 32, что-то в этом роде. Для чего купили? Хотим попробовать, как сдается жилье в аренду. Вроде цена не такая большая. Посмотрим, что даст. В принципе, продать квартиру можно. Она в нормальном, хорошем состоянии. Потолок вон нормальный. Все. Здесь жили тайские учителя. Ну, семья, в смысле. И они просто решили переезжать в другой город. И вот выставили на продажу. Муж, правда, не хотел продавать. Говорила жена. Он не хотел продавать за эту цену. А, ну да, хотели они больше. Ну, нам досталось за 1 000 000. Ну вот, в общем, и все. Территория, все. Вот расстояние до моря. Максимум. От кровати, наверное, будет 400 метров. Вот море. С1, С2. Да, все те же. Открытая парковка. Корпуса. Вот оно прям.